живущим во гробе живот здорово. Высокопреосвященнейшего Тихона, весь священнический и монашеский чин и притчи церковный, да поведет Господь Бог во Царствие Своем всегда, ныне пресно и во веки веков. Аминь.
Христос воскресе из мертвых. Смертью смерть поправ, смертью смерть поправ, Иисущий во гробе живо подобиями огня осужденно причаститесь и причистых Твоих таинств, во оставление грехов моих и в жизнь вечную. Аминь. Да не в суд или во осуждение будет мне причащение святых Твоих таинств, Господи, но во исцеление души и тела. Всего мира грехи, возлюбленного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, им же от вечной работы вражи и от адовых, Твоему небесному благословению причастника быть и сотвори, и Тебе слава воссылаем безначальному Отцу, Своим народным Твоим Сыном, и пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом ныне присно, и во веки веков. Благословляется, освящается Артесия Крапенева, священного имя Отца и Сына и Святого Духа. Благословляется, освящается Артесия Крапенева, священное во имя Отца и Сына и Святого Духа. Благословляется, освящается Артесия Крапенева, священное во имя Отца и Сына и Святого Духа. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе!